Дорогие мои друзья, сегодня 14 февраля, говорят, праздничный день, день влюбленных. Я поздравляю вас из славного города Смоленска и хочу с вами поделиться немного моими новостями. Как я вам и обещал, я приехал вот в город Смоленск, в онкоцентр, сегодня состоялся консилиум. Слава Богу, сделал КТ, и слава Богу, у меня КТ показало остаточные явления после пневмонии. Но эту тему очень хотелось бы поднять, потому что пневмония – это у многих у онкобольных, у очень многих. Я постоянно смотрю и слушаю, что преследует пневмония. Ну ладно, речь не об этом, об этом потом расскажу и поделюсь с вами. Но смысл вот в чем. Сегодня еще даже я сделал КТ, как я уже сказал. А, и пока я доскажу, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик, давайте свои комментарии. Это, ну, вы знаете, продвигает YouTube-канал. Да, и еще, если кто-то мне решит помочь в дальнейших моих действиях, в дальнейших прохождении лечения, то все ссылки в описании. Вот, и заранее благодарю. И вот продолжаю. Значит, сегодня состоялся консилиум, я сдал КТ, сегодня состоялся консилиум, и мне дали направление в Блохина на консультацию. То бишь, поскольку здесь не так очень хорошо в Смоленске знают о моем заболевании, доктора решили перестраховаться и порекомендовали мне поехать в Москву, в Москве пройти консультацию. Так что, ой, так много хочется всякое разное рассказать. Что со мной было, что происходит. Ну, надеюсь, я скоро буду брать камеру, делать какие-то записи, эфиры. Но пока дороги. Вот сейчас все. В Смоленске я пообщался. Очень хорошо, в принципе, я рад. Теперь у меня предстоит дорога в Москву, в институт Блохина. Там есть просто ассоциация такая по саркомам, которые очень хорошо разбираются в этом вопросе, надеюсь. Вот, и они мне смогут помочь каким-то образом. Ну, потому что как-то болячка не уходит странным образом, в общем, не знаю. Вот, так что, друзья, ну все, как я и обещал, я вам сказал, что вот я вам покажу немножко город Смоленск, крепостная стена. Как я вам и обещал, что я расскажу вам все события из Смоленска. Ну, вроде как пневмония, вроде как ушла. Слава Богу. Ребят, ну правда, слава Богу. Уже, ну, полгода это все время преследует. А я потом думал, кстати говоря, такой разговор. А я потом думал, а чего у меня пневмония? Так я же забыл, что я полтора месяца, ну, уже в холодный месяц, октябрь-ноябрь, занимался ремонтом. Возможно, и от этого тоже квартира, ну, ремонтом, в кавычках. Вот. Так что, возможно, и от этого держал очень долго. Но я думаю, просто слабый иммунитет. Иммунитет слабый, и из-за этого, ну, как бы, ну, все. Ну, вроде с пневмонией мы немножко заканчиваем эту тему. Ну, хотя беречься надо, нужно. Вот, так что теперь предстоит дорога в Москву, в институт Блохина. Друзья, еще раз хочу вам напомнить, поставьте, пожалуйста, лайк, комментарий к видео и подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за то, что вы мне пишете, благодарю вас за ваши комментарии, я все читаю. Иногда не могу вовремя ответить, но вы уж меня простите, пожалуйста, да, за это. Но буду стараться как-то реагировать, сейчас немножко успокоиться, хотя бы понять, какие действия у меня дальше. Ну, теперь уже Москва, институт Блохина, там ассоциация по саркомам, как я уже сказал, да, и я, естественно, вам все это буду рассказывать. 14 февраля вас, мои дорогие, любви! Любите друг друга, это же так здорово, так прекрасно. Ух, до встречи. Ну, поехал я к дому поближе. Подустал. До встречи, родные.